26-летняя Алена Шишкова устроила сексуальную фотосессию у бассейна. Однако поклонники не оценили старания звезды и раскритиковали ее фигуру. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати решила устроить себе вечер релакса. Блондинка вместе с мамой отправилась в спа-центр. Они прошли расслабляющие процедуры, искупались в бассейне и поужинали. Алена не упустила возможность сделать красивые фото в купальнике. Шишкова позировала в красном бикини и с распущенными волосами. Модель встала на носочки, чтобы ее ноги казались еще длиннее. Снимки звезда показала поклонникам в Инстаграм, но они отреагировали на них неоднозначно. Многие стали упрекать Алену в излишней худобе и в том, что она подает плохой пример. Что с вами? Это же ужас просто. Собираем деньги ей на еду. Зачем свои фото в таком состоянии выставлять? Хотите, чтобы пожалели? Или пропагандируете среди подростков анорексию? Зачем так худеть? Господи, что с тобой? Совсем исхудала, высказались подписчики. Шишкова ранее уже говорила, что не сидит на диетах и не пытается специально похудеть. Звезда заявила, что она хорошо питается, но не поправляется. По словам модели, она комфортно себя чувствует при своем весе в 48 килограммов. Многие поклонники также обеспокоены тем, что Шишкова снова увлеклась косметологией. На последних фото они заметили, что губы Алены стали заметно больше. В последнее время блондинка много времени проводит с мамой. Недавно они вместе повеселились в сауне.